Здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня». Нам можно звонить по телефону 300-190, задавать свои вопросы. Мы работаем в прямом эфире. С вами сегодня я, Ирина Чекунова, а в гостях у меня Евгений Владимирович Бобров, сотрудник фонда Екатерины Бакуниной. Евгений Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Николай Данилович Осипов, сотрудник фонда Екатерины Бакуниной, главный специалист по киновидеотворчеству Тверского областного дома народного творчества. Николай Данилович, вас приветствую. Вы, друзья, сразу, что называется, с корабля на бал. Ой, буквально, вот-вот, буквально, кажется, только что вы были в Крыму. Да. И не уже из Крыма сюда, да? Из Крыма сюда, и даже по погоде. Мы там отъезжали, было 31 градус, приезжаем в Москву, город-герой, как объявили, за бортом температура плюс 7 градусов. Вот так. Это вот, неожиданно, да? Это такой сразу освежающий душ. Еще такая акклиматизация, да, проходит у вас. Да, итак, в Крыму с 8 по 13 сентября, верно, да, проходил ежегодный международный военно-исторический фестиваль «Русское Трое», посвященный обороне города в годы Крымской войны. И Твери на этом фестивале в этом году, но вы по предыдущие годы расскажете, особое место, да? Это да. Вот давайте начнем. Что за фестиваль «Русское Трое»? Как давно он проводится и как давно мы Тверь представляем там? Вот. Николай Данилович, пожалуйста. Ну, как давно? Во-первых, он года 4 проходит, да. В смысле где-то в Севастополе. Мы принимаем участие в нем. По большому счету, с прошлого года. Весомо, так скажем. Да. Правда? Даже вот в Севастополе выпустили такой лики. Милосердие. Для тех, кто слушает нас по радио, показываю, что Николай Данилович демонстрирует вот такой вот каталог выставки «Лики милосердия России». Тверь, Севастополь, 2019, это было в прошлом году. Да, да. 11 картин нашего художника, заслуженного художника Чевихина. И эти картины, портреты сестер милосердия, что, естественно, отвечает название нашего фонда. А в этом году мы привезли 5 картин. Это уже герои с корнями из Твери. И вся тематика этой выставки была посвящена именно выходцам из Твери. И заодно еще книгу привезли, новую. Но книга отца было. Романа, это... да. Просто мы привезли достаточно много материала, чтобы занимать именно визуальное внимание. Отдельное место на выставке, да? Да, да, да. Целый фонд был. И вам было что рассказать и показать, да? Сразу вопрос, вы везли картины. Картины везли из Твери. Ехали на машине или как вы туда добирались? Поездом. Для картин отдельное место. Картины большие. То есть оплатили купе. С багетом, ну, где-то не солидные, 60 на 70 сама картина была. 50 да? на 70, 50, но с багетом это все перекрывает. И как? И ну, вот сложно, отдельное место купе было у нас. Ну, красиво, в смысле, уложили все на полочке, как положено. Везли много мы, потом скажу про Тверской Севастополь, книг неподъемных. Отец Роман. Отец Роман, да, сразу передадим привет отцу Роману, да, который основатель фонда. Да, главная движущая сила. Бакуниной. Ну, хорошо, что сейчас поезд Санкт-Петербург, Севастополь, в Твери загрузились за 2 минуты. Две минуты, с помощниками с нашего фонда. Еще 5 человек нам помогали за 2 минуты, чтобы все закинуть. Вот. Только-только и хватило, в Севастополе потому что очень много везли. Нас встретили. Это сразу вы рассказываете, это вот недавно, кажется, недавно, вот в августе мы сами загружались, только у нас вместо картин у нас были огромные рюкзаки, рюкзаков было, как обычно, больше, чем нас, наши человек, рюкзаков, наверное, 10. Тоже 2 минуты, и все успеваем загрузить. Да, и да. Сразу в Севастополе, да, вы оказались? Да, и сразу, ну, полтора суток. 27 часов, абсолютно. Притом, пока едем в поезде, настолько меняется пейзаж. Я простоял там, наверное, несколько часов, смотрел просто на эти просторы, холмы, овраги, заросли, иногда выжженное пустыня, небо меняется, очень красиво. Знаете, это просто не просто сидишь там, пережидаешь, когда переедешь, но уже начинается путешествие. Евгений Владимирович, вы первый раз вот на этом фестивале? Первый раз, вот поэтому у вас эмоции, да? Ну, Николай Данилович, наверное, уже бывал там, да, вот на этом фестивале? Да, и отношения уже, как говорится, маленько, глаз, как говорится. Нет, замыливаться началось. А вот я как свежий, очень хорошо принимали, я, конечно, такой свежий адепт. А их уже знали, их встречали, притом встречали люди, которые тоже к нам приезжали. Отец
роман и с той стороны приглашает к нам сюда в гости. Так что это приятно. То есть приехали старые знакомые, даже друзья. Поэтому отношение было очень теплое. Это не то, что город побратим. Это уже, наверное, да? А, вы знаете, да. Надо какое-то другое название придумать. Это уже нечто другое. Кажется, Тверь и Севастополь далеко, да? А ведь это очень близкие люди, да, проложили конкретные человеческие судьбы, проложили конкретный такой надежный мост, как новый Крымский мост. Ну, может и так. Да. Может и так. Потому что личностные отношения, они превыше всего. Одно дело там официально, встреча, а когда тебя еще поглаживают по руке, говорят, а я вас видел на фотографии в фонде, я удивляюсь, откуда. Потом говорят, да, вот есть сайт Екатерины Бакунин, куда приглашаю всех заглянуть. Вот там мы немножко представлены со всеми нашими достижениями. А вообще-то фонд президентский грант, мы получили грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставлен фонду президентских грантов. То есть мы получили признание. Ага. И вот это когда вы президентский грант получили? Я не могу вам сказать, просто мы уже ездили. Да, мы уже его используем именно, да, по этому гранту. Ага. Вот, проект реализуется благотворительным фондом имени Сестры Милосердия Екатерины Бакуниной с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. Потому что только хотелось сказать, чтобы ведь туда добраться, чтобы вести картины, это нужны средства. Во-первых, мы привезли тот материал, который хотелось показать, и нам предоставили возможность. Книги, выставка, там была экспозиция развернута очень подробная о семействе Корниловых, Бакуниных. Ну, в общем, практически достаточно много героев, которые были возвращены на нашей земле, были представлены, а реализовались они на Крымской земле. И вот это вот поразительное такое действие было визуально все представлено. Целое фойе огромного кинотеатра было представлено только отдано нам. Проект и назывался все участники, да. «Герои мужества, доблести и милосердия». Это при, кроме того, что это благотворительный фонд Екатерины Бакуниной. Вот мигранты, то, что мы говорили, да. Лики милосердия, это было на первом, да? И на первой строчке. Да, это, и при поддержке вот этот проект нашей Тверской городской думы и общественной палаты города Твери и Тверского областного дома народного творчества. Потому что без их помощи, естественно, трудновато. А делегация вообще, вот вы вдвоем сегодня в студии, делегация больше была? Да, конечно, четверо. Вот прошлый год вы ездили, была большая делегация, ну, правда, маленечко. Из-за погодных условий, которые еще не был открыт, Крымский мост, приехали, я улетел самолетом с аппаратурой, а основной поехали на трех автобусах, Пролетарка, Софа и Гефели, филармонии. И Кашинская делегация. Это в прошлом году, в 2019 году. И шторм был большой, например, и в Тамане они сидели 3 дня. А там же нужно было паромом добираться. Да. Вот. И поэтому каждый раз делегации у нас разные. Это позапрошлый год. А прошлый год с детьми мы были, участвовали в фестивале. Я много знаю сам впервые. Да, вот впервые слышат. Евгений Владимирович с удивлением слышит. Нет, международный певческий фестиваль. Очень. И наша литвиновская Ассоль, ансамбль такой, и девочка Маша Кудрявцева стала победителем гран-при завоевала на международном фестивале. Ничего себе, не только художники, не только брошюры, не только буклеты, но и народное творчество представлено. Да, это тоже как родные города, да? Да, и конечно. Принимали очень хорошо. Ну, там всегда нас принимают хорошо. Ты идешь, даже приезжаешь, забываешь, что это. Ой, Тверские приехали. Ну вот, отлично. Уважаемые друзья, я предлагаю сейчас сделать перерыв небольшой. Говорят мои помощники, что сейчас перерыва не будет. Я привыкла, что рекламная пауза у нас. Вопрос такой, который сейчас волнует, наверное, каждого человека, наверное, во всем мире. Как сказалось, пандемия на проведении фестиваля. Что там, как обстановка? Никакого напряжения нет. Ну, маски, конечно, руки все мыли, то есть это обязательно. И единственное, говорю, что присутствует и у нас, у них, это звук скорой помощи и уступает дороги. Дороги там замечательные. Кстати, что заметил как тверичанин,
людей в первую очередь пропускают. Переходы через 200 метров, и весь транспорт останавливается, даже если идет один человек, просто пропускают. Скорая помощь, конечно, зеленая улица. Зеленая дорога. Да, это все, мы долго что... этого добивались. Все-таки культура на дорогах есть. Да, спокойствие, без всяких руганий. Все, люди доброжелательные. И это, вот люди, как вот если то, вы говорили, Тверские, Тверь, да, настроение нормальное, да, у людей, да, не нервозное, нет, хорошее, доброжелательное. Там как раз в это время проходили выборы губернатора и местные советы. Вот, и нормально. Ну, как раз Путин приезжал, разговаривал с исполняющим губернатора, как его фамилия. Не, я так далеко не залезаю. Кстати, его избрали 84%, что ли, тоже, или сколько там за него там проголосовало. Ну, это как раз к вопросу о выборах. Вот теперь наши помощники показывают, что, уважаемые друзья, нужно прерваться на небольшую рекламу, буквально 2-3 минуты, и мы вновь вернемся в эту студию. Звоните 300-190, задавайте вопросы. Мы вновь в эфире программы «Тема дня». Напоминаю, что сегодня говорим о ежегодном международном военно-историческом фестивале «Русская Троя», посвященного обороне города в годы Крымской войны. Сегодня у меня в гостях Евгений Бобров, сотрудник фонда Екатерины Бакуниной и сотрудник фонда Екатерины Бакуниной, главный специалист по киновидеотворчеству Тверского областного дома народного творчества Николай Осипов. Уважаемые друзья, давайте вот сказали, как принимает нас Севастополь и Тверских, да, как друзей, как родных уже, наверное, людей. Ну, да? Надеюсь, давайте несколько остановимся, несколько слов скажем по программе. Да, с чего все началось и что наиболее запомнилось, что зрелищно. Самое зрелищное, запоминающее. И что вы, вот, Николай Данилович, вы же снимали, да, там да, будет фильм. Все. На что сделать особый акцент? Ой, ну, во-первых, мы участвовали, и фильм, как говорится, все съемки были согласно программе этого фестиваля. И вот, в частности, первый день, который мы приехали, 8 сентября, в 7 часов вечера, начался митинг «Реквием», в котором мы принимали участие, посвященный 165-летию окончания первой обороны Севастополя 1854-1755 год. И торжественная церемония поминовения героических защитников Севастополя. Церемония спуска венков на воду. Кресты, крестный ход. Храма Вознесения Господня на северной стороне. И за упокойную панихиду по воинам, погибшим в Отечественной войне, в Крымскую войну. Это было незабываемое, то, что мы как от набережной... Где заканчивался мост, корабли, но и там памятный знак поставил. Мост, когда переводили людей из южной стороны на северную, это понтонный мост, и в этот день как раз перевели последнего, даже раненого, потому что Екатерина Бакунина, которая является героиней нашего фонда, она сказала доктору Пирогову, говорит, пока не перевезут последнего раненого, я не уйду. Практически она была последней. То есть город остался выжженным, без жителей. И его оставили только для того, чтобы спасти оставшихся жителей. Вот и человек, все переехали на север. Мы только вот говорили, это как много говорит о человеке. Человек-герой, это поступок, да, истинной сестры милосердия. А если учесть, что она была дочерью губернатора Питера, и забросив балы, вдруг собралась, поехала на эту войну, и там настолько жесткие условия, что там впервые появилось такое движение, как сестер милосердия, сестринское движение. И вот две наши представительницы организовали эти отряды. И во время той войны было настолько много раненых, там не успевали уносить, и им приходилось ухаживать за людьми, которые практически умирали, потому что многих... Не успевали. И даже некоторые сестры милосердия настолько были подавлены, что такой факт, что не выдерживали, кончали жизнь самоубийством. Вот, а Екатерина Бакунина нашла людей, такое общество организовалось, именно спасение людей. Тогда впервые, наверное, не только хирургическое, вот появилась, допустим, медицина гипсовая, там
накладывали гипсы, спасали. Еще ряд таких же спасительных медицин. Это вот это вы говорите, вот когда мы начали говорить, что первый день, вот вы сразу митинг Реквием, да. Насколько это перекликается, 2020 год, это год 75-летия Великой Победы, да, мы говорим тоже о восстановлении захоронений, о том, что как чтить память, и там чтят память, это же 1854 год, да, это все. Даже уже позапрошлый век, и так помнят о защитниках Севастополя, да, насколько это было, вот, наверное, сквозь слезы, ну, да, смотреть приходилось на это. Особенно, когда опускали венок, это руководство Севастополя, вот, директор Николай Иванович Мусиенко, директор Объединенного музея заповедника. Я говорю, там протиснулся на корму, где стояли солдаты с винтовками в смысле этих, этой эпохи. Ну, ты на другом судне был, да? Да, вы были в разных там было, местах, да? Нет, просто было столько много народа, что понадобилось два судна. И они ходили, когда спустили венок, они ходили кругами долго вокруг этого венка. На нем свеча горела, произносилась молитва, пели псалмы. И я оказался вот среди других участников, не из нашей команды. И вот я оказался среди хора. Это было настолько торжественно и волнующе. Хор большой? Вы знаете, это целая делегация, да, около 20 женщин, да, 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 это не профессиональные, это вот, и они испытывали эмоциональное такое, даже не напряжение, а вдохновение, это слушалось просто на одном дыхании. Это тоже порыв души, подпел, ведь, конечно, да, ведь... конечно. Дело в том, что это даже не для них, не для зрелища, они внутри сидели корабля вот в этом закрытом помещении и сами пели. Вот я оказался среди этих участников, которые соучаствуют от этой молитвы. Потом на северную сторону, когда пришли, в смысле судна, вышли, и крестный ход пошел там, то есть... там такой по подъему, там все же большой крестный ход, да, он пришли, когда... Даже, скажу, длинный, потому что это повороты не видно было. Присоединяются, хотя это было уже время-то. Мне еще запомнилось выражение вот священника, который читал всю эту панихиду. Он сказал, это не нужно не только нам, живущим и потомкам, но и тем, кто погиб, наша память. Здорово. Да, служба была в храме. Ну, и после... Вы еще сказали, что там же стояли как солдаты в форме. Реконструкции. Были в дни фестиваля еще такие события, которые были связаны с реконструкцией? Это попозже. Это последние два дня самые зрелищные. Да. Обязательно давайте дальше. Давайте, что еще запомнилось? Ну, то, что в этом, во-первых, про это 8-го, которое тебе очень понравилось, это после службы. Замечательно. Принимал участие один коллектив севастопольский, типа, да, ну, там, фольклорный, типа, такой певчий. Заслуженная артистка, как солистка. Ну, это нечто тоже. Вот если в фильм включите хоть фрагмент, чтобы показать, таланты неимоверные. Представляете, духовная музыка, которая не только там вдохновляет, но она еще интересна по музыкальной части. Мы единственное, уже отходили корабли, я не досмотрел. То есть это мое сожаление, что я вот упустил такую жемчужину. Очень красиво. И пели профессионально, это профессиональный коллектив, который вот выступил на этой панихиде, и после священников уже, после молитв, такая, и народные песни, и советские, и, только единственное, связано вот духовной такой нитью все. То есть, насколько плотен был график? Вот вы говорите, вам надо было успеть, это такая фраза, да? Ну, во-первых, наступает очень резко темнота, незнакомый город, я там впервые. Да, темнее. И вот боялись, что не попадем. Но вот я говорю, доброжелательность населения настолько даже непривычна для нас. То есть мы стоим на остановке и так скромно подходим к кому-то, спрашиваем, как доехать до туда. Он говорит, не знает. Но зато сзади подходят люди, начинают объяснять. Была ситуация, когда мы школу Минькова искали. Нам сказали, давайте провожу. Вот так вот. Взялся и проводил. И это мужчина. Николай Данилович, что-то вы снова листаете, ну, вот, да? Очередной листает. Буклет. То, или это программа? Программа, да. Угу. Это на 9 числа, на следующий день. Там продолжается постоянно. Угу. Это, и самое основное, где мы принимали участие, это
Всероссийская научно-практическая конференция «Крымская восточная война 1853-56 год, оборона Севастополя 54-55 год, который, и результаты и перспективы исследований». В смысле, в этой практической конференции принимали очень много, это два дня она проходила, эта конференция шла. 9-10 числа, и, ну, из разных регионов. Но это Москва, то, ради чего вы поехали, да, туда? Да, это та самая конференция. Вот, ну, так как отец Роман не смог присутствовать на этой, его там... Ну, по состоянию здоровья пожелаем ему быстрейшего выздоровления. Одно то, что перед открытием этой конференции прошло, в смысле, было представлено и открытие Тверской выставки «Тверские защитники Севастополя». Это портретная была галерея, сделанная нашим заслуженным художником. Чувакиным, Ну, продолжаем. Очень великолепные работы. И принимался очень хорошо. То есть, даже с художественной стороны, вот так скажем. Не только историческая, но и достойно представлена Тверь была. Как еще... это чувствовалось, что хорошо принималось, когда люди подходили, задавали вопросы? Я звонил отцу Роману, я говорю, как кружка Цахис, я говорю, принимал поздравления вместо тебя, расписывался. У меня даже автографы, я оправдывался. Даже конечно. Автографы брали? Ну, на удивление, да. И еще, знаете, мы были не одни из Твери, вот здесь... была Волнухина Людмила Николаевна, да, директор музея. Да, но они тоже приехали, они не с нами. Они из Тверской области, из Старицкого района, из деревни Рясна, где находится музей Корниловых, семьи Корниловых. Она приехала Людмила и отдельно очень хорошую, даже не лекцию, а беседу, а именно о роде Корниловых рассказала. Ну, там музей очень большой. Давний, Царство Небесное, отца Романа, говорю, это... Мужа и нету. При этом он начинал за свои деньги, собирал истории, строил, и сам музей поставлен из... там дворянское гнездо разрушили, но остались какие-то детали, и вот он из них практически... Все-таки в этом, давайте, может быть, напомним, что Корнилов, да, что есть и улица вице-адмирала Владимира Корнилова, да? Да. Была, во всяком случае. Семья целая. Да, целый там родовой поместье, хотя он непосредственно наш, рожден в Тверской губернии. Да, это его имение, там, рождение, имение. Я просто вот сейчас смотрю, что вот готовилась, когда к программе, столько много имен, которые связывают... По пять человек иногда участвующих, из одного рода бывало таких. Да, один из ярких руководителей обороны Севастополя в годы Крымской войны, начальник штаба Черноморского флота, вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов, 1806-1854. Я все время сбиваюсь на какие-то бытовые детали. Его учителем и наставником был Михаил Петрович Лазарев. И когда он попал на корабль, и Корнилов приехал как человек культурный, вращаясь, в общем, с огромным набором французских бульварных романов. И очень отвлекался. Лазарев подошел, взял эти все бульварные романы, выбросил за борт и принес ему учебники по мореходному, военному делу. И вот, на удивление, такой наставник, который оказался потом и другом, и вот направление дал. Вот такие бытовые детали, они привлекают. Да, почему выбросили, стила бульварная. Да, вот такой факт бытовой. А он, знаете, говорит много о человеке. То есть поменялось. И вот там были прочитаны лекции наши тверские, о тверских наших героев. Это Курдюкова Наталья Анатольевна, она директор школьного музея имени Бакунина, школы 26-й, севастопольской, которая рассказала, тоже мы внесли про брата Александра Бакунина, который тоже воевал в эту... Ну, и там целая семья просто была. Да, у них целая. Ну, Александр, допустим, он пошел на службу, дворянский, в общем-то, сынок, он пошел простым рядовым, притом потом уже выбился в лейтенанты, и у них там состоялась встреча впервые с Львом Николаевичем Толстым, который тоже был, но он не участник, то есть он совершенно случайно, постовые, которым были рядовые в отряде Бакунина, задержали какого-то офицера, который говорит, я свой, и вдруг приводит, он говорит, тут спал Бакунин, встал, увидел, что дворянин, что российский, стал
узнавать, кто, и вдруг оказался молодой писатель Лев Николаевич. Я свой зеркало русской революции. Да, да, ну, примерно так же. Он потом, Лев Николаевич, приезжал в имение Примухина, и, в общем-то, у них была семейная дружба, то есть там познакомились там со всеми домочадцами. Ну, Примухина были же, да? Да, да, но, да. Там связки большие. Вот насколько там все плотно было, что, видите, вот, два замечательных человека даже там познакомились на войне. Да. Николай Данилович сказал про школу, да, Екатерина Бакунина, ну, да, в Севастополе, то есть непосредственно уже там молодое поколение, да, уже, да, да, есть основы, чему учиться, да, откуда брать информацию. Хороший, да? Хороший музей, в прошлый год были, наши ребятишки были вот с Литвинок, и они такую, не то что просто прочитали там, что-то рассказали, а рассказали глубокое знание Екатерины Бакуниной. И экспонатов, ну, небольшой музей, ну, где-то в таком помещении, в смысле, угу, это, ну, экспонатов очень, так сказать. Слушайте, как да, хорошо, что музейное дело все-таки продолжается, и что на основе этих экспонатов и основе истории людей будет учиться молодое поколение. Конечно, да, извините, да, там две войны пережил этот полуостров, просто неимоверное количество героев. У нас в Великой Отечественной тоже четыре наших представителя получили признание в самом Крыму, тоже в Севастополе. То есть уже следующее поколение, не та война, о которой мы говорим, а Великой Отечественной война, допустим. Тоже продолжение, то есть можно даже некоторых героев проследить их род, и оказались... Из этого же, да, рода, да? Да, да, да. Как прадеды, они... прапрадеды. Да, да, да. Кольцов, по-моему, там у него и дети получились очень достойными, то есть участниками потом Великой Отечественной войны, и героическими такими людьми оказались. Угу. Ну, и еще одна тема была, да, которую прочитала Богаченко Ольга Михайловна, это заведующая сектором этого музея историческо-крымской войны, отдела научно-исследовательской работы Севастопольского военно-исторического музея-заповедника. Она о контр-адмирале Колокольцев, который с Удомли. Вот. И мы года три уже назад, как привезли четыре, камень. Угу. Судомирского района. Где он нашли. Судомирского района привезли? Да, да, да. То есть аутентичный. Камень вот такой вот. Я этот стол. Удивился, когда увидел очень большой. А так как мы нашли место, где стояла его батарея, в смысле оборонитель на полуострове, вот, ну, там запущенное, так и надо его восстанавливать. А куда-то надо было этот камень сделали, здесь мы все сделали. Отец Роман там вывеску такую пробитую, ну, все красиво. И выгрузили его, везли на машине, естественно. Выгрузили в поезд уже, наверное, было тяжеловато. На территории, за 2 минуты невозможно. На территории храма, ближайшего, стоящего. Да, да. Это, его как сгрузили, поставили временно. И теперь батюшка его, говорит, не отдает. Говорит, пусть здесь стоит, к нему и все идут люди на экскурсию. Он красиво так вписался. Хорошо. Там, хоть и постоянно к нему, и служба проходит около него. Около Колокольцева прошлый год, что ли, была его правнучка, внучка. Ага. Правнучка, это Колокольцева. Ну, ей самой уже 80 лет, уже больше. Так бегала по горам с нами, по всем этим местам боевой славы своего деда. Слушайте, вот, Николай Данилович, вот небольшое отступление. Вот вы сказали вот об этом камне. Это же какая огромная научная работа вами проводится. Не, да? Нами, отцом Романом. Отцом мы Романом. Помощники, вы же сотрудники, поддерживаем. Вы сотрудники фонда, поддержка, но да, необходима. Ну, много отцом Романа мы у, да, нас. Это двигатель неимоверный, конечно. На городском кладбище вот раз сейчас, да, ездили. Братское кладбище. На городском кладбище. Старинное старое городское, да, кладбище. Да. Адъютанта Корнилова, да, Железнова, отдельная тоже история. Вот, и адъютанту Корнилова. Мы пояснительную табличку рядом с могилой табличку поставили. Табличку назвать сложно, но, ну, такая, да, вот, да, метр полтора. Информационный стенд. Полностью все об этом адъютанте. Ну, и ты можешь рассказать про эту, да. Ну, помимо шашку того, что наше общество ухаживает за некоторыми могилами, мы еще информационные несем такую нагрузку. Вот Григорий Железнов был адъютантом Корниловой. Там отдельная история, достойная приключенческого фильма. В 1941 году Корнилов посылает мичмана Григория к Железнову в Пятигорск для поправки здоровья, заодно
найти какие-нибудь известия о своем родственнике. Знаете, кто родственником был? Так. Михаил Лермонтов. Ничего себе. И вот. Сначала упоминали Толстого. Это троюродный брат. А у них было принято, что вот это древо свое родовое, они прослеживали до 10-го колена. А это все лишь троюродный брат. И вот адъютант находит саблю дамасскую, очень красивую, инкрустированную. И по слухам она могла принадлежать Лермонтову, при том как-то негативно, то есть она повлияла. И когда он покупал у местного жителя, ему соседи, окружение, сказали, не покупай, а сабля несет негатив. То есть несет оружие, как и камень, да, любовь, могут нести в себе, то ли положительное, то ли отрицательное. Вот здесь отрицательное было очень много, я дальше расскажу. Угу. Но он сказал, что не верит суевериям, взял это клинок замечательный, инкрустированный золотом, слоновой костью. Купил его не за 100 рублей, как она стоила, а за 13 рублей. Это тогда тоже огромные деньги. Это несколько коров можно было купить. Вот, это я так по-бытовому. Угу. Вот, и привозит его на корабль, показывает окружающим, рассказывает эту историю ироничную. Ну и настолько красивая, что начинается, когда битва... Сейчас я прочитаю это. 5 ноября фрегат «Владимир» начинает битву с турецким «Перваз Бахри», что называется «Владыка морей». Притом эти были два корабля. Это первая битва паровых кораблей. Это еще один такой нюансик. И 2 часа обстреливают. Самое интересное, с нашей стороны убивают, говорят, 2 человек, но вот убивают этого адъютанта. Mm-hmm. То есть картечь попадает в него. А перед этим он попросил Корнилова, который стоял рядом, отойти. И буквально в течение одной минуты он получает ранение в голову и погибает. Вот нет бы эту шашку-то вот убрать, а Корнилов отсылает все вещи родственникам домой, а шашку оставляет себе. И вот когда потом... произошли еще очередные битвы. Вот на палубе уже Корнилов предстоит... Перед боем. Да, чуть не штыковая атака. Угу. И он одевает вместо своего палаша вот эту вот шашку. Он в этот день себя, я почитал немножко подробнее, он себя, скажем, геройски вел, но немножко демонстративно. То есть мало того, что стрелки целились во всевозможные аксельбанты, которые mm-hmm. присутствовали в одежде, он еще все время был на передовой. И вот он на палубе корабля почти в первый же артиллерийский удар получает ранение в ногу, а ядро перебивает в первую очередь шашку напополам, а потом ногу. И Корнилов, в общем, погибает, и эта разбитая шашка забирает его новый адъютант, и как разбитую шашку уже она не несет этой негативной нагрузки, ее помещает в музей. Сам адъютант достиг звания вице-адмирала, потом вот жандар фамилия, и она находится в музее Черноморского флота. И еще такое связано: нынешние кадеты, которые заканчивают, теперь уже снимают вот этот негатив, когда они получают кортики. Они их обмывают, то есть именно водой. Вот такая традиция появилась после этой истории. То есть если водой, то вот так негатив смывается. Вот просто рассказывает, что бывает. Это интересно. Вот получение такое. И вот мы эту табличку, так вот с этим вот рассказом практически, что эти страны там написали, очень прикрепили около этого могилы, в смысле там... Камень. 3 могилы с таким поддавничком, то есть ухаживали. Помощь оказали большую, установили эти столбы, и просто мы прикрепляли эту табличку. Школа Бакунины. Вот, со своими мужьями, со сверлами, с машины приехали, установили, прикрепили. Вот, присутствовали местные жители. Мне понравился священник. Осветил, батюшка пришел, и все как положено. Рядом храм там на городском старом кладбище. Было все торжественно. Мы там в итоге ему подарили вот эту книжку отца Романа. Он очень тронут был этим подарком по полной.
Только наши тверские, вот только наш фонд вот такую вот подвижническую работу? Или все, вот, кто принимали участие в конференции, каждый регион по-своему? За всех, я могу сказать, да, не все, но вот мы были на Братском кладбище на северной стороне, и там, допустим, местный предприниматель, он приехавший предприниматель, за полгода до этого нашли останки женщины, именно с тех времен она была одета в шинель, и когда атрибутация произошла, всех этих останков выяснилось, что это числа миролосердия. И вот как раз этот предприниматель поставил стеллу, и тоже освещалась она, и называется «Неизвестной сестре милосердия». То есть это движение, надеюсь, и наше, и остальных людей, оно имеет поддержку. Есть, она увлечение. И поддержка по всей стране, если это фестиваль международный, ну, тогда надеюсь, и Украина, да, и Белоруссия, да, то наверняка да, дружественное наше государство, бывший Советский Союз. Оно этой медсестре, которую поставили в прошлом году, было захоронение, нашли ее на раскопках, женщину, там шинель, что женщина милосердия, в смысле медсестра. И в этом году поставил этот И очень интересно, там был и два морских оркестра, были солдаты современные, то есть были реконструкторы, которые представляли именно, как выглядели солдаты в те времена. Вот, кстати, несколько слов о реконструкции. Ведь было еще, вот, где вы, Евгений Владимирович, сказали, что вы на этой реконструкции буквально вот запах войны почувствовали. Я когда шел, это вот такой туман над Малаховым курганом, я подходил, эти звуки пушек, которые, не знаю, на видео так не передали, это резкие звуки, от которых даже шапочка вздрагивала летняя. Вот. И я пришел, дым пороховой тех времен, это я теперь войну того года буду вспоминать ассоциативно именно от запаха. А Николай Данилович оказался в таком месте, что он снял буквально как пленяли французских офицеров, как русские войска побеждали. На передовой. Что было приятно. Ну, всегда оператор, да? Да, что было приятно, когда сказали, ну вот у нас такое событие, что все мертвые могут встать и идти обратно в состав живых. Это артисты, конечно. Детей много. Это все окружение. Там нашли это место. В этом году место достаточно удобное для операторской работы. То есть, если будет фильм, я надеюсь, будет фильм, снято около 50 часов. Сколько часов сняли, Николай Данилович? Почти 25 часов. 25, да, а планируете что и когда вообще? И где? Где это можно увидеть? Ну, где полюбовно это будет, ну, один, как по Денине, два фильма. Вот, ну, это... Все надо отцу Роману посмотреть, во-первых. Да, это огромная работа. Да, отсмотреть каждую минуту, каждую он секунду. Он у меня сценарист, по большому счету. Вот. Не только. Да. Ну, всему этому предшествовало то, что было на Малаховом кургане. Да, открытие было, в котором выступали вот этот Сиенко, директор этого музея-заповедника. Екатерина Алтабаева, да, сенатор. Она, у нас там, и там тоже были сенатор наши, правительства. Извиняюсь, выставлены стенды, к которому подошло практически и сенатор, и руководители города. И у нас попечитель была Ольга Михайловна. Она настолько родила за это дело, что она, как говорится, стала грудью, остановила всю эту правительственную делегацию и Алтабаева у нас была, поэтому мы прошлись, и сфотографировались, и побеседовали, и передали привет отцу Роману. Да, да, все. Но Алтабаева при открытии, да, и, ну, привет, сенатор правительства страны нашей, вот, очень горячо и говорила об отце Романе. Что, какой вот вклад. Как раз говорим о дружбе, это уже вот личные даже отношения, не только правительственного уровня, а вот понравились друг другу люди. Ну, это же великолепно. Это двигает взаимодействие между странами и... В данном случае между городами. Она приезжала к нам. Кстати, вот я вот слушаю с удивлением, как вот вы скажете, если там настолько велик интерес, там люди различных уровней, да, чиновники в том числе, содействуют этому делу, как у нас здесь идет помощь в вашей подвижнической работе? Да вот трудно ответить, но, по-моему, вот это вот то, что грант получили, я думаю, не мы одни предполагали, что поддержку получить. Это уже доказательство того, что наша деятельность, она нужна людям. Здесь вы чувствуете необходимость вашей работы со стороны тех же самых чиновников?
заинтересованность есть, да. Ну, вот в правительстве Тверской области. Вот отец Роман вызовет, вы очень подробно у него знаете. Да, обязательно его приглашу, чтобы он подробно рассказал, если что, какая-то нужна помощь. Еще у нас несколько, буквально 2-3 минуты по фестивалю, очень хочется поговорить о том, что впереди заканчивается программа. Там дольше, там, представляете, были представлены палатки и с едой, и медицинской, и музыкальной, на которой мы остановились на полчаса беседовать, старинные инструменты, это было настолько интересно. Ну, я тебе один расскажу случай, там торговые ряды всевозможные, которые поделки этих времен, там все, и наша Лидия Анатольевна, которая купила, я нашла такой кулончик, только выпросила Екатерину Бакунину. Да, представляете, другие привезли. Женщина, которая делала, потом в итоге оказалась, она говорит, я узнала там, что за ночь сидела, вышивала эту Екатерину Бакунину, Нахимова, такие вот. И не хотела продавать, ну, что в Тверски. Оказалось, что она сама родом из Твери, ну, бабушка или кто там оттуда. И очень тепло отзывалась, потому что говорит, дочку отправила в Меньковскую школу, это училище, где Тверской наш, это Меньков, Кашинский, по названию, да, говорит, принесла, говорит, 2 года назад такой путеводитель, в смысле, это отца Романа, тот Тверской, Севастополь, выпросила у директора, принесла. Подарила, да? Ну, маме. Ой. Только не только официальным лицам, но людям, которые как-то связаны с Тверью. Тверской, Севастополь, вот, вам тоже от отца Романа дарю. Я ей тоже подарил эту книжку, она была в таком восторге. Говорю, вот мне так будет просто приятно, тверские имена на карте Севастополя. Я, говорит, подкоплю денег и с дочкой, говорит, мать уже ушла. Вот, и с дочкой обязательно поедем на родину предков. Вот да, если бы вот так же вот здесь, вот, как вы говорите, если помогают, так же почитали бы этих великих людей. Замечательно, как выпущена, да, каждая книга. Это такие фотографии. Информационно насыщено, все очень. Вот. Есть очень полезно. Да, интересно. Сборник. Уважаемые друзья, время эфира, к сожалению, очень быстро подходит к концу. Давайте так, что какие-то планы на будущее там строили на следующий год, или, возможно, как эта делегация из Севастополя приедет сюда, и где здесь принимать, на чем, я знаю, просится. Что Покровские вечера у нас, да? Вот первое, просится. Что... значимое такое действие, это Покровские вечера, но из-за того, что у нас еще не разрешены такие большие мероприятия, пока из-за коронавируса. Это вопрос пандемии, да? И вот я хочу сказать, то, что там грамоту вручили, грамоты за многолетние исследования истории жизни и деятельности медицинских чинов России в Крымской войне 1853-1865 года. Протоиерей отец Роман Манилов награждается памятной медалью имени Даши Севастопольской. Это начальник Министерства обороны России. Вот. И медаль. Отец Роман еще не видел? Не видел еще. Отец Роман, если вы нас смотрите, слышите, вот такая вот замечательная медаль, такая вот крупная, да, и грамота почетная, вот показываем всем остальным, чтобы видели. Вот еще благодарность. Да, еще благодарность. И благодарность. А, благодарность, да? Ну, зачитайте со мной, покажи. Ой, уважаемый отец Роман, от имени коллектива Севастопольского военно-исторического музея и заповедника, от себя лично выражаю вам благодарность за активное сотрудничество в экспедиционно-выставочной и издательской деятельности. Ваш труд по сохранению памяти подвига нашего народа чрезвычайно важен для патриотического, духовного и нравственного воспитания граждан и особенно подрастающего поколения. Это я сокращенно прочитала. Директор, да, благодарность директору благотворительного фонда, это на отцу Роману, да, от всей души желаю успехов. Мусиенко. Да. Благодарность. Директор музея. Да. Замечательно, я думаю, что отцу Роману будет приятно это сейчас услышать из первых уст, так сказать. И мы главное желаем ему здоровья, то есть этот период пусть пройдется. Да, главное здоровье, отец Роман, надеемся встретиться в этой студии, тем более, что он у меня несколько раз уже был в гостях здесь же. И давайте, что теперь на Тверской земле, куда, возможно, куда прийти, чем вам помочь, какая нужна помощь по такой работе? Ну, у нас есть в интернете адрес, обращайтесь туда, если не напрямую к отцу Роману, то хотя бы туда. Очень, конечно, было бы
желательно увеличение количества паломников наших. Паломников, как теперь говорят, волонтеры. Волонтеры, да. Работа безвозмездная, я так понимаю, чисто общественная работа. Узнать, увлечься, помогать, это было бы здорово. Ну, даже фонд. На уровне, вот мы уезжали, грузчиков нет. К нам приехали люди, обзвонили, нам помогали. 2 минуты мы закидали 2 купе. То есть это было... Волонтеры помогали. Бытовой уровень. Просто добрые, порядочные люди. Ну, уже, знаете, друзья, мы так общаемся, что уже и на улице встречаемся, о чем-то беседуем. Люди увлеченные этим делом. Очень много открыто. Что еще впереди? Ведь большой пласт, наверное, да, того, что еще предстоит узнать. Очень надеемся, конечно. Ну, говорю, главный движущий сила – это отец Роман. Вот он по профессии, по образованию историк. Он историк же, да. И это в нем живет неимоверно. Ну и в Севастополе находятся единомышленники. Да. То есть это нашло отклик там. Это вообще очень интересно. То есть Тверское гнездо, в котором рождаются птенцы, а там уже на крымской земле она становится героями России. Представляете? Расправляет крылья, да? В полете, да? Перелетая. Это совершенно замечательно. Но здесь, когда мы призываем волонтеров, наверное, важно какой-то навык, какое-то образование, да, чтобы люди знали, что они ищут, и помогали как-то осознанно. Это хорошо бы, конечно, но волонтеры же, они в любом своем проявлении хороши. То есть, Покровские вечера, несколько слов, я просто тороплюсь, время уходит. Когда традиционно, какой год подряд уже планируете будет? 11 или 12 год идет в конце октября. В прошлом году немного задержали, а вот... Но опять же, все зависит от того, насколько разрешат это общественные такие собрания. И уже готова программа, уже гости, артисты, музыканты. Да, все остается только за разрешением. Но отец Роман, как он сказал, начинаю Покровские вечера в тот же день, когда заканчивается вот предыдущие. Вот как только закончились все мероприятия, на следующий день начинается уже новые. Ну и Свято-Княжский фестиваль, плюс ко всему, он делает же. Неимоверно. Фильмы, книги, акции какие-то, 2 музыкальных международных фестиваля. Ну и фильм, который сделан был у нас, «Рядовое отечество», который сняли в Севастополе, был показан в этот раз на Малаховом кургане. Слушайте, наверное, по каждому из перечисленного вам это нужно делать отдельную передачу. Да. И все время одного человека, потому что двигатель вот он. Вот Николай Данилович, надеюсь, сделает фильм, и мы приглашаем всех. И мы презентацию организуем этого фильма, хочется показать. Очень интересно. Да, наш областной дом проводим. В целом, вот завершая вот сегодняшний эфир, пожелания жителям нашей родной Тверской земли относительно того, что вы увидели несколькими словами. Приобщайтесь, это настолько вдохновляет, это настолько интересно, это так тепло. Так что просто приглашаем не только на фильм, но и съездить в Севастополь. Посмотреть. Там идешь по улицам, и знаете, такое отношение. Это город-памятник. На каждой улице упоминание героя. Улица, название, памятник. Это я устал фотографировать. Вот не на одну сторону. Город красивый. Очень ремонт сделан, дороги. Единственный нюанс. Вверх-вниз. У меня мозоли сверху. Не на пятках были, а вот на костяшках ног. Да нет, это удивительно. Никогда не думал. Николай Данилович, ваше пожелание. То, что сейчас сделали, то, что делают, вот реставрировали морской музей, 2 месяца назад его открыли, ой, музей, сквер. Попали в последний день туда, это было, ну, выходной было, но это было нечто, то, что оркестр морской играет, как клуб моряков дворец. Там все время связано с морем. Мало того, что ты дышишь. Люди, в смысле, отдыхающие там ходят, это маленькие ребятеночки там бегают, это оркестр играет, дирижер, а рядом пацанёнок меня снял этот кадр там, вот такой великолепный. То есть этим все живут, морем. Этим все живут и живут историей и памятью. Уважаемые друзья, нам показывают, что все время эфира подошло к концу. Спасибо за участие. Спасибо. Будьте, пожалуйста, здоровы, уважаемые друзья. Всего вам самого доброго. До свидания. Спасибо. До свидания.